В центр города гости начали съезжаться задолго до начала концерта. Поводов для праздника сразу два – День города и День шахтера. Кстати, последний для коркинцев является самым главным событием. Эта профессия несет за собой целую историю. Коркино и поселок Роза строили и развивали угольщики и шахтеры. То есть с развитием угольной промышленности наш город строился и развивался. И вот несколько десятков поколений вложили свой вклад в развитие нашего города. На официальную часть приехали представители власти. В торжественной обстановке почетные гости поздравили горожан и наградили грамотами выдающихся сотрудников угольной промышленности. Концерт был запланирован на 5 часов, однако зрители получили моральное удовольствие сразу после начала. Мы уже как бы все получили, что ждали сегодня. То есть позитив, чат, кутежа, безудержное веселье. Всем коркинцам привет. Мы, кстати, из Челябинской. На сцену вышли десятки артистов, которые радовали своим творчеством. А прославленный уральский музыкант Алекс Кафер приехал на празднование с подарком. Я исполню свою премьеру, эту песню «Я один», потому что всегда надо приходить на праздник с подарками. Ну и просто буду радовать людей своей музыкой, хорошей музыкой, старыми добрыми хитами в новом исполнении и своими авторскими уже полюбившимися песнями. Для коркинцев и гостей города русская медная компания приготовила сюрприз – звездную гостью. В ожидании ее выступления зрители буквально сходили с ума от возможности услышать своего кумира. Буквально весь город собрался сегодня на главной площади. Еще бы, ведь с днем Коркина поздравляет она, умопомрачительная Лена Темникова! Празднование Дня города завершилось традиционным салютом. Александр Беспалов, Владислав Шишмаренков, СТС, Челябинск.